Смотрите. Зона эвакуации под обстрелом. Нам нужно выиграть для них немного времени. Один Альфа подавлен. 2-1 принято. Оверлорд, на связи Хантер 2-1 главный. Понял, 2-1. Доброй охоты. Опер, вижу бойца на... Мэри, прикрой меня. Он ранен. Принял. Рамирес, движение в здании на балконе. Пошли, пошли. Неприятель подавлен в секторе 2 эхо. Понял, 2-1. Черт подери, это же Капитолий. Хантер 2-1, внимание, противник в юго-западной части на 5-м этаже обстреливает точку эвакуации. Отбой. Принято, Оверлорд. Мы немедленно отправляемся на 5-й этаж. Отбой. Прикрой меня!
стрелков. Ликвидировано в секторе 4 Чарли. Вас понял, 2-1. Лорд, мы на пятом этаже. Продвигаемся к юго-западному углу. Какое-то движение. Следите за своими секторами. Внимание!
обстановку. Мы на подходе. За нами погоня. Вперед, Рамирос, бери с нами не пушку. Оверлорд, мы связались с котиками на крыше и уходим. Вопрос. Эвакуация у момента вашим ценам проведена? Прием. Никак нет, 2-1. Они ведут бой с пехотой и легкой техникой у монумента Второй мировой. И похоже, им там не сладко. Прием. Понял, Оверлорд. Сделаем позже, как все, что сможем. Отбой. Тагер-2, мы подтверждаем. Рейвер, второй этап эвакуации. Берите только тяжело раненых. Оверлорд, Тагер-2-2 погиб и теряет высоту. Группа РПГ у монумента Второй мировой. Жмите на гашетку до тех пор, пока всех не выкатите. Атлас 2-3, 2-4, 2-5-3. Всем наземным войскам у 4-й площадки немедленно отступить. Вооруженный вертолет прямо по курсу военного мемориала. Мотор работает на 30% мощности. Я не могу взять больше людей. Придется кого-то оставить. Тагер-2, он резко зашел на обстреливаемых магистрали. Оверлорд 7. Эвакуация окончена. Повторяю, эвакуация окончена. Всем срочно покинуть район. Соединение установлено. Генерал Шепард, на связи капитан Прайс. С возвращением, капитан. Да уж, как у черта со сковороды. Этот мир превращается в настоящий ад. Мы надеялись вернуть модуль до того, как русские его взломают. Мы ошиблись. После этого Макаров атаковал США. Следующий этап — мировой пожар. Что ты мне передаешь? Чтобы потушить горящую нефть, сэр. Обычно рядом с пожаром устраивают взрыв. Убрать кислород, и пламя погаснет. Прайс, похоже, ты переутомился. Приди в себя, не говори ерунды. Шепард, ты готов сделать то, что нужно для победы? Конечно. Назревает большой пожар. Взрыв должен быть не меньше. Ты слишком долго был в русской колонии. Это бред. Займись Макаровым. Нет времени, войну надо закончить сейчас. Это не просьба, Прайс. Это приказ. Ты... Кажется, связь оборвалась. Прайс, я еле вижу парашют Роуча. Слишком сильные помехи. Вы его видите? Прием. Так точно, Соул. Я нашел Роуча. Кажется, он цел. Идем к базе подлодок на северо-запад. Вас понял. Остальные сели рядом с Гоустом, довольно далеко к востоку. Пусть действует по плану. Получится, объединимся. Роуч, со мной и не высовывайся. Контакт. Патруль противника 30 метров прямо.
5 человек, автоматы, осколочные гранаты. Одна немецкая овчарка. Собаки. Ненавижу собак. В сравнении с тем, что я видел в Припяти, это поломки. Хорошо, что ты оттуда выбрался. Вас понял. Обходим тихо и ликвидируем отставших. Терпение. Не делай глупостей. Надо снять их всех одновременно. Конвой, прячься. Пропустите их. Стали покурить. Займись одним, второй мой. Неплохо. Я готов. Прикончим их одновременно. Займись бойцом и собакой слева. Красиво. Мы остались без разведки. У противника есть ЦРК. Так точно. Вы уже нашли транспорт? Работаю над этим. Отбой. Противник! Берегись! За мной! Их техника здесь не пройдет. Похоже, они нас ищут. Что это было? Нас заметили. Стреляй! Есть один. Большой патруль на 12. Возьми оружие с глушителем. Атакуем одновременно. Бери двоих справа. Отлично. Еще патруль с собакой. Атакуй или пройди мимо. Решай сам. Я проверю здесь.
Продолжаем поиски. Я уверен, они где-то здесь. Рассыпаться. Искать нарушителей. Саул, как насчет поддержки с воздуха? Беспилотник с ракетами воздух-земля уже вылетел. Вас понял. Та скала подойдет. Роуч, бери управление предейтором. Проклятье. Что такое? В деревне стоит ЦРК. Предейтор сбит. Соу, нужен еще один предейтор. Роуч, пошли. Он слева, позади нас. Назад! Роуч, они знают, что мы здесь. Можешь выбрать другое оружие. Осторожнее! Смотри, куда бьешь! Союзники на 12! Осторожнее! Спасибо за зенитки. Конец. Надо уходить, взрывы привлекут внимание. Он движется. Прикрой меня. Есть контакт. Противник на час. Объединились с Гоустом и остальными. Вас понял. Второй предейтор скоро прибудет. Осторожней, их у нас не так много. А вот и подлодка. Прямо под краном. Роуч, бери предейтор и займись их обороной. Ищи проблесковые Вы привлекли их внимание. База поднята по тревоге. Поторопитесь, через несколько минут она начнет погружение. Идем. Ракета воздух-земля готова.
Отлично! Отлично.